Доброго времени суток! С вами канал «Готовим дома» и меня зовут Наталья. Подписчики нашего канала неоднократно просили меня приготовить что-нибудь из кабачков. Поэтому сегодня я вам предлагаю кабачки замариновать. Рецепт у меня очень простой. Маринуются кабачки по этому рецепту достаточно быстро. И в итоге у нас с вами получится вкусная и оригинальная закуска из кабачков. Приготовим! Давайте посмотрим, что нам понадобится для приготовления. Я взяла два молоденьких кабачка общим весом 800 грамм, небольшой пучок укропа, несколько зубчиков чеснока. Чеснок добавляйте по своему вкусу, я же буду добавлять 4-5 зубчиков чеснока. Для маринада 3-4 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки уксуса 6%, чайная ложка меда, неполная чайная ложка соли, четверть чайной ложки черного молотого перца, пол чайной ложки сушеного базилика и по желанию можно добавить сушеный сельдерей. В принципе, специи вы можете добавлять по своему вкусу, какие вам нравятся. В первую очередь, конечно же, подготовим кабачки. Для этого отрезаем у них все ненужное. Далее будем нарезать кабачки при помощи овощечистки вот на такие вот тоненькие ломтики. Непременно берите молоденькие кабачки, потому что кожица у них еще тоненькая и кабачки более нежные. И получится, конечно же, у вас все вкуснее. Подготовленные кабачки перекладываем в миску, слегка их посолим, хорошо их перемешаем и оставим на 30 минут, чтобы они дали сок. Приготовим маринад. В растительное масло отправляем соль и специи. Добавляем чайную ложку меда, выливаем уксус и все хорошенько перемешиваем. Далее чеснок мелко порубим ножом или пропустим его через пресс. Отправляем все в наш будущий маринад. Снова все тщательно перемешаем. Укроп мелко порубим ножом. Итак, прошло 30 минут. Кабачки мы откинем на дуршлаг и дадим стечь лишней влаги. Все, кабачки перекладываем в миску. Вот посмотрите, сколько жидкости у нас стекло с кабачков. Итак, перекладываем кабачки в миску. Отправляем сюда же рубленый укроп. Заливаем все подготовленным маринадом. И все хорошенько перемешиваем. Аромат от маринада уже стоит, конечно, просто потрясающий. Теперь всю эту красоту мы накрываем крышкой, либо затягиваем пищевой пленкой и отправим в холодильник на 1,5-2 часа, чтобы кабачки хорошенько промариновались. Вот такая вот аппетитная, вкусная и сочная закуска из кабачков у нас с вами сегодня получилась. Как вы видели, готовится все достаточно быстро и просто, а результат радует. Поэтому, если никогда не пробовали, попробуйте приготовить для разнообразия. Я надеюсь, вам тоже очень понравится. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Желаю вам приятного аппетита. Готовьте с душой, с удовольствием, и у вас обязательно все получится. Спасибо, что вы смотрите наш канал. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч!